Что, закончили мы тепличку? Вот, работают вулканы. Котел набрал, недолго он работал, набрал температуру, буквально там часа полтора, но сейчас на улице не сильно как бы и холодно. Набрал температуру 23 градуса. Вот так вот. Попробовали. Без света работает. Ну, пушки не работают, конечно. Ну, котел будет работать. Сделали здесь. Поставили антиконденсационный клапан. Вот, сейчас работает. Все, котел шахтный. Вот здесь бочечка. Вот, температура выровнялась уже 60. Здесь 60, здесь. Работают два тепловентилятора. Уже выключили, включились. Температура уставки у нас 25 градусов. Потом это все уложится, как положено. Все, до свидания. Вот так сделали. Вот так все получилось. Тут расширительный стоит, насосики. Работает. Дымоход. Нержавейка. Вот он, поставили его тут. Вот такая тепличка. Все. На улице дождик. Это у нас такая зима. Вот он. Работает потихонечку. Котел без автоматики. Будет с механическим термостатом пока. Пока его вообще не подключали. У нас пробный запуск. Все. Всем привет. Смотрите наш канал. Кому интересна система, спрашивайте. Кому надо, сделаем. Кому интересно, расскажем. А мы едем дальше.